Мы видим, что сейчас приглашены на сцену товарищи, два дамы. Знаменитые. Сегодня... О, да, переводчик один. Да. Он может перевести сразу на двух языках и более. Украинский и английский. Девчина, девчинка. Да, девчинка. Это сцена Артека. Здесь пионеры всегда с галстуками выступали и хотели показать, как можно строить то светлое будущее, куда все они шли. Мы, правда, не знаем, куда они зашли в конечном итоге, да, но по-моему, они шли. Шли, и мы видим, да, что сегодня этот Артек процветает, в какой-то степени сцена неплохо устроена, и здесь можно дальше продолжать выступать. Вот пройдите, пожалуйста, ближе, мы вам покажем, откуда выходили артисты обычно. Да. Мы не будем показывать «Лебединое озеро», не стоит. Ну, что вы можете, молодой человек? Да, ну-ка, вот выходит. Добрый день. Один, да. Это будет передача «Литовцы имеют таланты». Давай на литовишке, литовишке. Ну, дай, литовишкой. Аж трупы декалбы литовишкой с акцентом большим. Потому что аж из России приехал, немножко жил в Нью-Йорке. И теперь я живу в Ялтас. Ялтас приехал, дружбанас мой дружбанас да, сидит. Да. Гурзуф. Да, да, Гурзуф. Саша Сарексов. Да, да, да. Привет. Оттуда... Это суфлер. Hello. Суфлер, came from, I don't know, I'm not sure, but probably from West Ukraine, recently from Lviv. Yeah, right. But now, we came from London, it's Great Britain, you know? Yeah, Great Britain. So terrible. The Britain is very great, isn't it? It's very great. Everyone very, knows Britain very is very great. Yeah. Especially kingdom, like Britain. Yes, yes, yeah. You know. Yeah. By the way, what is, why can we welcome you there? A lot of museums, a lot of interesting places that you can see there. Yeah. Wales, Scotland, you know, London is a great one city. One moment, excuse me. Может быть, вы немножко продолжили нам минут через 15, потому что мы хотим здесь. Good. Можно yes, вас sure. пригласить за кулисы? Thank you very much, sir. За кулисы. Thank you very much, sir. Приглашаем вас за кулисы обоих. Спасибо. О, спасибо. Там мы могли бы продолжить very... нашу беседу в более близких таких... обстоятельства, дружеских, да. Я всегда имею с собой, на всякий случай. Это как раз тот случай. Персоналка. Как раз тот случай, когда всякий из них. Очень хорошая растительность, пальмы. Очень. И эти ребята сейчас немножко... Ну, а что делать? Сами знаете, что сейчас всем нелегко, молодые люди. Да. Поэтому мы вас приглашаем увидеть, где там так нелегко. Пошли. Да. Все.